Lexus Damira. Большая проблема с запчастями. Это бэха, автобосс. Вроде бы все шансы есть на то, что эта машина будет готова. На этой машине должен был поехать именно новый пилот. Это Шершень 2.0, как я его называю. Макарон Джеки Лосева, по сути, тоже был готов к сезону. Это наш чемпионский автомобиль. К сожалению, не все пришло. Точно, совершенно, она не успевает ни к первому, ни ко второму этапу. Друзья, приехали мы в офис наших друзей компании Power Wheels. Рядом со мной отец, создатель этого бренда. Лёнь, что мы здесь сегодня делаем, скажи? Здесь мы пытаемся воплотить в жизнь все то, что в голове вот у этого человека. Вот у того человека. Да-да-да. Дамирчик приехал в гости, и сейчас нашим инженером сидит и пытается реализовать свои вот эти вот безумные мысли в создании нового комплекта дифка на железу. В общем, у нас сегодня поистине крутой и очень сложный мозговой штурм для того, чтобы создать реально офигенский дизайн от Power Wheels для Lexus V8 Дамира Идейтуллина. Да. А что? Может, его вообще не делать? А как забалансировать собрал? Вот ты как.